Молодые политики растят себе смену. Заработал проект «Школа юного депутата». Участники – школьники города, которые видят свое будущее в политике или просто неравнодушны к общественной жизни. По планам организаторов, ученикам среднего и старших звеньев расскажут, как должен вести себя политик и чем он должен заниматься. Ученическая дума существует в Иванове с 2007 года. Молодые депутаты, их 24 человека, в партиях еще не состоят, но политические предпочтения уже имеют. Председатель законодательного органа нынешнего созыва Федор Богомолов отмечает, что оппозиции в ученической думе нет. Мы принимаем участие в составлении проектов, активное участие в деятельности городской думы, помогаем проводить какие-то массовые мероприятия для школьников, для ветеранов. Я считаю, что политика актуальна для каждого человека, потому как прежде всего мы граждане своей страны.